Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Чи можна сказати, що людство побороло таку страшну і невиліковну хворобу, як СНІД? І як подовжити якісне життя хворих? Саме про це будемо дізнаватися від гостей, які прийшли до нашої студії. Це Ольга Лобачева, лікарка-інфекціоністка, і Володимир Логоша, соціальний працівник. Дуже рада вас бачити. Справді, СНІД, багато років ми вже боремось. І чи можна сказати, що ми його побороли? Ні, поки що не так, але все ж є зрушення з цього місця, і ми, мабуть, сьогодні дізнаємось про статистику, про те, скільки людей захворіло і скільки відсотків людей на сьогодні можуть якісно і нормально жити. Тож, будь ласка, перше питання – це пов'язано з цифрами трошки, щоб ми хоча б розуміли і знали ту картину, яка зараз є і в нашому місті, і в світі. В області також. Будь ласка. Давайте з вас, мабуть, почнемо, пані Олю. Ну, по состоянию на сьогодні можна сказати, що 250 тисяч людей болеють, мають діагноз ВІЧ-інфекція. Одна, вторая все-таки еще не знают о своем диагнозе по разным причинам, не обращаются за медицинской помощью, не обследуются. Поэтому остальная часть населения, люди, которые принимают антиретровирусную терапию, они живут абсолютно полноценной жизнью, создаются семьи, рождаются здоровые дети. Поэтому, отвечая на ваш вопрос предыдущий, который вы говорили, подолало ли человечество эпидемию, так, есть великие разрушения с наличием антиретровирусных препаратов в Украине и в мире, я думаю, что большие изменения все-таки произошли в положительную сторону. Ну, мы про них трошки детальніше поговоримо пізніше, так? Це стосується, звичайно, тих препаратів, які потрібно приймати, ну і взагалі, наскільки можна знизити смертність. Про смертність ми також сьогодні хоча б трохи, але поговоримо. Пане Володимире, чи можете ви додати щось з цього приводу? Ну, дело в том, что само понятие как ВИЧ-инфекция еще 10-15 лет назад воспринималось как приговор. В пиковые года это происходило, когда смертность была очень большой от болезни, связанной с ВИЧ-инфекцией. С того момента изменилось очень многое. Во-первых, поменялось отношение к людям ВИЧ-инфицированным. Наука продвинулась вперед, то есть препараты стали более высокого уровня. И помощь людям, живущим с ВИЧ-инфекцией, стала более совершенной, связанной с психологической поддержкой, социальной поддержкой людей. Ну, скажем так, смертность по сравнению с пиковыми годами, это где-то район с 1994 по 2004 год, уменьшилось на 60%. Угу. Це вже дуже великі зрушення з місця. І ось наскільки років вдалося подовжити життя? Чи можна отак от зараз зробити такі дослідження? Не знаю, чи вони, можливо, є вже. Так? Лікарі ж все це розробляючи антиретровірусну терапію і розробляють також ось ці всі дані. Вони знають, розуміють, наскільки років можна подовжити і зробити якісним життя будь-якого пацієнта. Ну, подовжити, это тут зависит, конечно, в первую очередь от самого пациента, насколько он хочет его подовжити. С принятием антиретровирусных препаратов человек может прожить до глубокой старости. И, ну, все життя. Все там, життя. То есть мы не можем сказать 5, 10, 15 лет. То есть он может, принимая антиретровирусные препараты, он может жить полноценной жизнью до глубокой старости. И его смерть будет абсолютно не связана с его диагнозом ВИЧ-инфекции. Угу. Але це тільки за умови, якщо він добросовісно приймає антиретровірусні препарати. Ось такі препарати, так? З приводу взагалі ставлення людства, ну от і сьогодні, і завтра, і мабуть, от 16-го також ці дні, коли пригадують високу смертність від цієї хвороби, то все людство, мабуть, розуміє, що є все ж опасіння, але ми, можливо, подолали вже
ставлення суспільства до хворих. Яким чином це відбулося? Можливо, вам, пане Володимире, як соціальному працівникові, тут зрозуміліше буде, бо вам доводиться працювати і спілкуватися з цими людьми. Будь ласка. Так, дійсно, прежде всего, нужно було поміняти отношение к людям, живущим с ВИЧ-инфекцией. Это первоочередное то, что нужно поменять обществу. Потому что это тоже живые, полноценные люди, которые могут быть полезными, и они полезны обществу. Просто вот это закоренелое восприятие понятий ВИЧ-инфекция и установление штампов по этому поводу и просто изгоняя людей этих из общества, мы сами подвергаем себя риску заражения. Пані Людмило, а є чого боятись? Ольга, перепрошую, так, пані. Ну, бояться на самом деле нечего. Отношение к людям, имеющим ВИЧ-статус, возможно, было предвзятое, так как изначально сам диагноз ВИЧ-инфекции, он был как бы привязан изначально к людям, которые употребляют наркотические вещества, так как и мужчинам, практикующим секс с мужчинами. Это такие группы, скажем так, первые, откуда пошло распространение данного заболевания, и поэтому тут больше даже не в плане боялись самой ВИЧ-инфекции, а в плане даже предвзятого отношения к данной категории населения. Со временем, так как эти люди подвергались стигме и дискриминации, они не принимали противовирусные препараты, но при этом всем, это же люди живут обычной жизнью, создают семьи, и у нас пошел смена превалирования путей передачи. И на сегодняшний день, в первую очередь мы говорим о половом пути передачи. Половой путь передачи. И когда люди из общего населения, не имея отношения к группе риска, начали тоже как бы инфицироваться, соответственно, как бы и уже, ну, они более сознательны, начали принимать антиретровирусную терапию, они начали потихоньку менять взгляды в отношении людей, которые инфицированы. Тем более сейчас об этом очень много говорится, и передач, и различные акции, и уже учат и детей в школе, в институтах, в училищах. Не делают это такой сильной проблемой, как бы, от которой не стоит убегать, прятаться, а наоборот, как бы, выполнять определенные меры предосторожности и тем самым, как бы, не бояться этих людей. От скажіть, будь ласка, пане Володимире, як наскільки це відчутно? І ось ви кажете, що вже змінилось ставлення, так? Але все ж, якщо залишається ота стигма, то як вона проявляється найчастіше? Ну, вона проявляється просто в невежественному отношении к людям. Вот и все. То есть человек, не владеющий вообще информацией по поводу этой болезни, а она, эта болезнь на сегодняшний момент перешла в разряд хронических просто. Это просто хроническое заболевание, сопоставимое, допустим, с сахарным диабетом, которое требует ежедневного употребления лекарственных препаратов. Все, больше ничего. Ну и соблюдение... Ну, якщо ми будемо звертати увагу на здоровий спосіб життя, так, кожної людини, ну, це стосується, мабуть, не тільки людей інфікованих, а взагалі усіх людей, так, і зараз, тим більше, ми переживаємо вже не одну хворобу, яка охопила нас, і зараз і ковід, і багато різних хронічних захворювань, які теж спіткали людей, от і серцево-судинні захворювання, дуже серйозні наслідки мають. Тобто ми насправді, мабуть, повинні розуміти, що чи тією хворобою ми захворіли, чи іншою, але все ж від того ставлення до когось іншого ми не можемо змінювати. Так, ми всі люди і всі повинні розуміти, що буває всяке в цьому житті, мабуть. Так, з приводу побічних реакцій, чи є вони, якщо людина приймає антиретровірусну терапію? Ну, люди должны, ну, как бы, как и ВИЧ-положительные люди, имея статус, так и люди, которые не имеют статуса, это медикаменты. Любые медикаменты, если мы откроем инструкцию, имеют побочные действия.
Но находясь под медицинским наблюдением, люди, которые получают препараты, это все-таки диспансерная группа, они посещают в зависимости от показаний медработников, озвучивая свои побочные действия на эти препараты, врач помогает им снизить их, то есть уменьшить токсическое действие, снизить там другие побочные действия. То есть постоянное наблюдение и контроль за состоянием здоровья, общение с врачом помогает все-таки предотвратить или помочь справиться с этими побочными действиями. Убеждать о том, что нет, изначально обманывать человека, что не будет никаких побочных действий, я думаю, что это не совсем правильно. То есть человек, который планирует принимать препараты, он должен знать о некоторых изменениях, которые могут происходить в его организме, и советоваться с врачом для того, чтобы это все предотвратить или снизить. Так, пане Володимире, скажіть, будь ласка, от що, на ваш погляд, краще? Це ізоляція людей вже інфікованих з точки зору суспільства, чи продовження їхнього активного життя, щоб вони могли влаштовуватись на роботу вільно, щоб вони могли там відвідувати різні заклади і різні установи і так далі. Так? От що з позиції суспільства було би краще, на ваш погляд, соціального працівника? Без сумнення, це прийняття цих людей в общество такими, як вони є. Чи не будуть вони нести загрозу, якщо, наприклад, вони будуть не дуже ретельно стежити за своїм здоров'ям, наприклад, так? І, можливо, не так вже і приймати ту терапію, яка їм показана. То що тоді? Що тоді буде? І чи можемо ми говорити про ризики для суспільства в такому випадку? Ну, можно я, со стороны медработника, отвечу. Мы должны изначально воспитывать и в себе, и в подрастающем поколении это уважение к самому себе и к своему здоровью. Мы должны понимать, что каждый человек, который находится в нашем окружении, он потенциально может быть ВИЧ-инфицирован. Поэтому использование стандартных схем защиты – это учить правильному сексуальному поведению, это избегать, не употреблять наркотические вещества, как инъекционные и неинъекционные. Это обследование партнера, даже если планируются какие-то отношения, то вот мне нравится практика наших соседей, перед тем, как люди женятся, вступают в брак, они идут и проходят медицинское обследование. Это обследование на ВИЧ и на гепатиты, потому что они должны быть открыты честно перед друг другом. Вот, поэтому, в первую очередь, подчеркиваю, это забота о самом себе. Ну, знаете, в нашем суспільстві не так же и принято. Если люди доверяют один одному, то они одразу понимают, какие есть захворювания, какие есть хвороби у каждого, так, и как-то верят на слово. Так? Ну, я хочу добавить, что на сегодняшний день, чтобы люди знали о том, что есть такое понятие, как предконтактная профилактика, это медицинская профилактика, в случае рискованного поведения, например, это серодискордантные пары, когда в семье один человек положительный, второй отрицательный, и, допустим, один из партнеров, он не уверен в том, что человек принимает антиретровирусную терапию, имеет неопределяемую вирусную нагрузку, тем самым может подвергать опасности своего партнера. Такой человек может пойти в лечебное учреждение, есть выделены определенные лечебные учреждения, которые занимаются выдачей этих препаратов, и принятие этих препаратов, оно предотвращает инфицирование. Есть также постконтактная профилактика, но она больше для медработников, но в том числе, если человек понимает, что он имел какие-то рискованное поведение, какой-то контакт с ВИЧ-инфицированным, это может быть укол, это может быть незащищенный половой контакт, это может быть порез, то, зная пути передачи, человек должен понимать, что у него был риск, он может обратиться тоже в профильное лечебное учреждение и получить постконтактную профилактику. Это определенный курс, который предотвращает в последующем инфицирование. Ну, это же выходит, что, пане Володимире, это выходит, что вы сейчас треба жить в напрузе, так? От як ви, спілкуючись з такими людьми, працюючи, розумієте їх і розумієте, що вони усе життя своє знаходяться ось в такому стресовому стані? Тому що треба слідкувати як за собою, так і за своїми родичами. Треба дивитися, щоб часом нічого не сталося. Особливо, якщо є діти, наприклад. Так, є майбутнє, за яке ви дуже хвилюєтесь і переживаєте. Ну, діло в тому, що ми спілкуємося з ними так же, як з рівними. Никаких
по отношению к ним нету штампов, ничего, это обычные люди. Да, с какой-то судьбой там у некоторых очень сложной. Но, тем не менее, если человек хочет дальше продолжать жить с качеством очень высоким, то мы находим общий язык и помогаем, направляем их. Ну и довольно успішно. А от як працюють ці люди? Де є можливості для реалізації своїх навичок? Це ж насправді можна вчитись, можна вдосконалювати вміння свої. Де переважно вони працюють? Да, це різні сфери відбувається. Це від будівельної сфери до айтішників, тому... Угу. Ну, всі влаштовані, так? Ось людина якісно живе, да, маючи ось такий статус, при тому вона має сім'ю, вона має повноцінне життя, таке як життя, яке притаманне усім нам, так? Да, все сводиться к тому, що чоловік починає розуміти, що ризиковане поведення не для нього, і він становиться на звичайну колію життя. Угу. І все ж ось група ризику, ризику про яку ми говорили з вами, так, пані Олю, на самому початку, то та група ризику, вона зараз відійшла вже в бік, так? Зниження, я не можу сказати, що вона відійшла в бік. Не зовсім. Не зовсім, але я хочу, як би, відмітити, ті програми, які ізначально були направлені в групу ризика, зниження вреда, це і замісительна терапія, це пункти обміну шприців, це і роздача средств защиты для женщин, которые практикуют сейчас, поэтому как бы они начали работать. И среди этой группы риска немножко идет снижение уровня заболеваемости, и мы это видим. Но самое главное для того, чтобы предотвратить, я поддержу Владимира, это в первую очередь толерантное отношение к людям, толерантное и доверительное. Если мы будем толерантно и доверительно относиться к этим людям, не стигматизировать, не осуждать их, не обвинять, они сами как бы и раскрывают свои статусы, и спрашивают о каких-то вопросах помощи, которые помогают совместно соцработники, медработники. И они поэтому как бы принимают препараты, и тем самым они не являются опасностью для окружения. Угу. А чи є інші альтернативи, інші варіанти, окрім антиретровірусної терапії, для лікування людини? Можливо, вона мала би вибір, можливо, їй хотілося би, наприклад, використовувати щось інше, а їй пропонують лише такий шлях? Ну, к сожалению, к сожалению, на сегодняшний день еще не придумали других как, препаратов, кроме как антиретровирусных. Единственное, как бы со временем эти препараты усовершенствуются, схемы принятия. Если раньше принимали огромное количество таблеток, это сегодня сведено до одной таблетки в день, которая помогает, как бы, не мешает ему работать, жить обычной жизнью. Он сам выбирает удобное время для принятия этой антиретровирусной терапии. В стадии разработки сейчас вообще идет, как бы, о том, чтобы это был один укол в неделю, чтобы человек не был привязан к принятию препаратов. Поэтому мир не стоит на месте. С момента начала эпидемии ВИЧ-инфекции, вообще регистрации первых случаев, и на сегодняшний день это вообще видно... Ну, прогресс есть, так, высокий прогресс. Ну и наостанок, уже останнє питання, будь ласка, до вас. Хочется, чтобы вы таки звернулися и до каждого, и до окремо, до тих людей, які все ж мають статус. Будь ласка, давайте з вас, пане Володимире. Ну, прежде всего, хотелось бы сказать и пожелать им здоровья. Ну, и вместе с тем, не бояться приходить, тестироваться и выяснять свой статус. Ну, и потом от этой точки двигаться дальше в сторону благополучной жизни. Так, ну, так і чудові слова, звичайно, це найголовніше, що потрібно, щоб було. Так, будь ласка, пані. Ну, людям, які вже мають цей діагноз, або ж, наприклад, узнали, але не отримали ще лечення, я пожелаю, ну, как бы желаю, щоб вони все-таки не боялись, обращались за медицинской помощью, тем более є маса сейчас лечебных учреждений, где они могут получить эту помощь от профильных лечебных учреждений областного, городского уровня, это областной спеццентр, городской спеццентр,
кабинеты доверия в каждом районе существуют. Сейчас идет речь о том, что будут семейные врачи заниматься лечением этих людей. То есть услуга децентрализирована настолько, что любой желающий человек, который хочет получить лечение, он имеет такую возможность. Поэтому не бояться и своевременно получить лечение, и предотвратить в последующем стадию СПИД, потому что СПИД и ВИЧ-инфицированный человек – это совсем две разные вещи. И поэтому люди, которые имеют такой диагноз, ну, к сожалению, уже не дойти до стадии СПИДа. Людям общего населения я все-таки пожелаю уважать себя, своевременно как бы использовать те средства предохранения, которых я ранее называла, и проходить периодические обследования на ВИЧ. Пользуясь случаем, 16 числа весь мир поминает людей, которые умерли от СПИДа. 15 числа будет проводиться акция для всех желающих, кто на Европейской площади. Кстати, Синергия проводит эту акцию абсолютно бесплатно, анонимно. Любой желающий человек может прийти, сдать анализ, узнать о своем статусе, задать все интересующие его вопросы, получить буклеты, информацию для того, чтобы понимать пути передачи, способы предохранения. Ну і, звісно ж, здоров'я. Ну так, звичайно, це усім бажаємо і хочеться, щоб насправді ми слідкували за собою, так, і турбувалися один про одного, і були толерантнішими. Про це теж треба не забувати. Дякую вам, дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Зустрічаємось за декілька хвилин.